Народная коалиция продолжает призывать граждан голосовать за Касым-Жомарта Токаева. Сегодня республиканский общественный штаб действующего президента работал в Восточно-Казахстанской области. О приоритетах предвыборной программы Токаева его сторонники рассказали местным предпринимателям, рабочим и многодетным матерям. А вот уже на встрече с молодыми IT-специалистами детально поговорили о перспективах цифрового развития. Мы начали реальные демократические реформы. Казахстан строит страну с равными возможностями для всех граждан. Предпринимаются серьезные шаги, чтобы нашим главным приоритетом, главной ценностью для нас был закон.